Острова дня, господа нажиманы. Сегодня уже давно не выходивший выпуск видеонайфи. Видеонайфи, как вы помните, это выпуски о том, как я фотографирую ножи, какие ножи я выбираю для того, чтобы показать их в своем инстаграме. Сегодня это бюджетный инстаграмчик. Первой и, наверное, основной фоткой будет вот этот вот Thistle-Zistle. Один из любимых мной кершавчиков. Он клевый, ухватистый и чертовски удобный. Мне он очень нравится, импонирует форма. У него такая обтекаемая форма, интересная. Насечка на обухе, его брать удобно. Он хорошо сидит в руке. У него забавный лайнер-лок с вот такой вот кнопкой. Его именуют push-button-lock. Видимо, это все локи, которые на кнопке основаны. Вот, я его называю лайнер с кнопкой. Здесь не попадает грязька, его тяжело сорвать руками-пальцами, и он очень удобный в оперировании. У ножа переставляемая клипса двусторонняя, и всегда он находится в кармане у левши, у правши, осевым узлом вниз. Удобный, клевый бюджетник. А вторым ножом у меня будет на фотографиях вот этот вот Ryan, простите мне мой английский. Вот такой вот Columbia River Knife and Tool. Здоровенный он для меня, если честно. Но как ни возьми, он очень мощный, очень интересный. Смотрите, вот эти вот насечки на обухе вот здесь снизу позволяют взять вот выемку средним пальцем и упереться, схватиться в него вот таким вот образом, и он становится совершенно продолжением вашей руки. Вот этот огромный шпинек очень клево открывает этот нож. Вот, и нож сидит крепко и уверенно. И вот таким вот длинным хватом, и вот таким вот, я его называю, глубоким хватом. Мне очень удобно хвататься именно вот так вот за нож. И силовой рез, силовое строгание, это вот наше все, наше любимое. Рианы, они же клево оперируются и в обратном хвате. То есть воткнуть, вот прорезать какие-то длинные волновые движения, он хорошо, клево держится в руке, прям вот прелесть. Ну и третьим ножом, я таки вас удивлю, будет новинка. Не знаю, насколько долго это новинка для всего остального мира. Для меня это новинка сегодняшняя. Этот нож только что приехал. Я сейчас бегу его фотографировать для того, чтобы его можно было продавать на моем сайте Brutalica. Это очередной бюджетный ножик от Kershaw. Снова бюджетная сталька. Вот такая вот G10 рукоять. Смотрите, вот здесь вот спейсерок такой весьма удачный. Клипса, на которой выштамплена опять Kershaw. Довольно забавной формы шпеньки. Если видите, здесь такая насечка довольно хитрая. И не рвет карман. Весьма удобен. Вот такой вот у него клиночек. Выточка от обуха. Все патенты Kershaw. Везде все нарисовано. Везде все начерчено. Вот. Гладкий, удобный и, что важно, очень недорогой джентльмен. Выстреливается хорошо, оперируется опять-таки одной рукой отлично, перекидывается с хвата на хват очень прилично. Отлично сидит в руке стамесочным хватом и является полным продолжением вашего предплечья, как завещал великий Андрей Николаевич. Не к столу будь помянут. Хотя, почему не к столу? К столу. Темлечного отверстия у этого ножа нет. Это полный джентльмен, без всяких виселок и прочих бряцалок. Вот. Надеюсь, что нож отлично зайдет в ассортимент Бруталики и будет отлично продаваться. Мне понравился. Возьму ли себе или не возьму в коллекцию, не знаю. Но вот вертеть и клацать буду, наверное, в ближайшие дней несколько. Вот такой вот Injection 3.5 от Kershaw. Ну и пойдем посмотрим, какие же фотки с ними получились. Пойдемте.